В завершении вечера будет четвертая часть. Что-то у меня сегодня с телефоном. Хотела все одним видео выложить, но почему-то показывает, что память перегружена. Хотя я все почистила, не знаю, что с телефоном. Все, девчонки у меня накормленные, подоенные, да, девочки? И что хотела сказать, вдруг кто-то так же, как и я, думаю, красавица, не обращает внимания, но меня это очень перепугало. Вот видите, у нас закрыто все под потолок. Вот. Я мужу, когда делали, сказала, говорю, ты мне все, говорю, накрывай. Прям вот. Чтоб не выпрыгнули. Здесь вот у нас не хватило. Чтоб было ровно. Поэтому доски разные. Что хотела сказать? Вот эти две доски, они были вот здесь. На этих местах. Вот эти две высокие, вот до калитки, они были вот здесь. И если обратили внимание, я все время приходила, и у меня Ксюха вот здесь вот торчала. Голова торчала ее. Мне в комментариях написали, что будьте аккуратнее, так коза может зацепиться, ну и, скажем так, как мягко сказать-то, повеситься. Это было, наверное, дня 2-3 назад этот комментарий. И я на ночь начала снимать у Ксюхи ошейник. Ну вот он валяется. Сейчас я его тоже на всякий случай сняла. Да, капучиночка? А, я сегодня, когда козовник чистила, поменяла местами вот эти доски. Ну вот не знаю, теперь у меня мысли, как бы у меня она отсюда вообще не сиганула. Сначала хотела взять эти две доски и вот сюда приделать вместо вот этих двух. Вот. Но здесь-то будет тогда открыто, у меня тогда капучино все начнет стягивать со стеллажа. Видите, у меня как здесь вот все закрыто кусочками, фанерками. Вот были остатки фанерок, вот я их прилепила сама по-быстрому. Вот две фанерки. Вот одна, видите, вот. Она даже умудрилась вот эту фанерку сбить. Вот две фанерки. Вот две фанерки. Она, здесь же доски. Вот она, видно, что она доска, да? Она через эти щели, через доски, лезла сюда. Я глажу, глажу, глажу. И все у меня тут стаскивало. Прям легко, языком достает, очень прям лихо доставала. И мне пришлось все прям вот далеко так это отставлять. Ну вот пришлось вот так вот закрыть. Теперь вот я думаю, если я бы здесь две доски эти убрала, вот эти вот, сделала бы короткие, она бы здесь у меня шурудила. Ну вот как-то, короче, пока так. Хотя можно одну короткую вот сюда вот сделать. Сюда две длинные, одну узкую сюда. Вот эту вот узкую одну. Они поуже немножко, они по 10 сантиметров, не как эти вот по 15. Ее, в принципе, можно сюда. Чуть-чуть вот сюда вот, если сдвинуть. Ну, короче, надо теперь думать. Досок у меня больше нет. Покупать, естественно, я не буду. Чем-то здесь наколачивать сверху тоже не хочется огород огородить. Ой, ладно, посмотрим, что будет дальше. Я так прям вот, ну, на глаз просто раздвинула здесь. Скажем так, чтобы было более-менее нормально. Здесь вот она была, вот эта доска прям сюда. Здесь не было щели, вот до сюда было. Ну, ничего страшного, что здесь теперь щель будет, перегородка. Вот отсюда убрать, если две короткие сюда. Не знаю, здесь тогда малышка будет доставать. Хотя у малышки здесь нету лавки. Ксюхи все-таки это, видимо, из-за лавки. Или проще убрать лавку. Может, действительно лавку убрать. Вот мы когда делали этот вольер, сейчас бы я, конечно, ну вот вольерчики вот эти вот, сейчас бы я немножко по-другому все бы переделала. Ну вот, скажем так, вот этот решетчатый пол, вот кто видит, да, решетчатый пол,
Его просто можно было сделать из досок. Вот из таких обычных досок. Такую же решетку. Ну вот, вот они. Вот он, решетчатый пол. Только по 1,5 сантиметра расстояние. Ну, побольше бы скапливалось, скажем так, гороха на этих досках. Но ничего страшного. Просто делать удобнее и быстрее вот такой пол, чем вот как муж из этих реечек, да еще на ребро их вот так вот ставил эти реечки все. Ну, долго, конечно, по времени это было долго. Сейчас покажу. Да, в принципе, что я покажу? Все это видели? Вот они, видите, вот эти вот все реечки. Вот они стоят на ребро. Брусочки они называются. Вот они стоят ребром. А можно это все было делать из досок, вот как лавка. Вот я о чем и говорю. Она спокойно может здесь лежать. У нее такой же вольер, как у капучино, 1,10 м примерно в ширину, на 1,90 м в длину. И лавка в таких вольерах с решетчатым полом совершенно не нужна. Ну вот, обращайте внимание на перегородки, вот на эти вот, на все, чтобы, скажем так, не было у нас потерь и несчастных случаев. Вот такое небольшое видео. Ладно, посмотрю, что будет дальше завтра. А то, может быть, действительно такие у меня что-то пошли мысли вслух. Так, не закрыто. Просто убрать лавку. И она уже доставать не будет. Ну что, девочки, сыпите? Сено-то сыпите? Вкусно? Это я им сейчас даю старое сено. Видно даже вот через камеру. Оно желтое. Но желтое оно было и в том году. Это не от того, что оно лето полежало. В нем очень много палок. Вот именно вот этих вот. Каких-то вот палок вот таких вот. Ну ладно, поедят. То, что не доедят, вот такого сена вот зеленого очень мало. То, что не доедят, собакам в подстилку на зиму пойдет. Тоже хорошо, чтоб солому не покупать. Все, товарищи, всем хорошего вечера. Теперь уж, наверное, точно на сегодня все.